Всем привет, я Иван из группы Добро. И прежде чем начать, хочу поделиться новостями. Мы выпустили клип на песню «Ты меня ждешь». Обязательно посмотрите его по ссылке в описании. А еще 10 и 11 мая в Питере и в Москве состоятся наши большие сольные концерты. Билеты уже в продаже, ссылки там же в описании. Обязательно приходите, вы не должны это пропустить. Ну что ж, теперь начнем. В прошлую субботу я делал ремикс на трек «Rockstar». Это был необычный ремикс, потому что я брал сэмплы из индийского фильма. Если вы не видели, то обязательно гляньте на канале. Так вот, я решил пойти дальше и нашел песню, в которой использовался сэмпл из того же индийского фильма. Это песня Бритни Спирс «Toxic». Так вот, сегодня я покажу, как создавалась эта песня. И начнем с гитары. Теперь нам нужно записать бит и бас. Обратите внимание, я буду двигать вот это колесико. Это создаст необычный эффект. Вот такой. Поехали. Теперь самое интересное. Это сэмпл из индийского фильма. Давайте его послушаем. Я выбрал несколько нужных мне кусков. Первый звучит вот так. И вот как звучит второй. Теперь из этих кусочков я сыграю нужную мне мелодию. Слушайте. Давайте объединим все инструменты: бит, бас, гитару и сэмпл. И послушаем все с самого начала. Вот так из одной индийской песни могут рождаться совершенно другие песни и становиться мировыми хитами. Обязательно посмотрите мое прошлое видео с ремиксом на Rockstar. Там я по-другому обыграл этот сэмпл. И конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. С вами был я, Иван из группы Добро. Увидимся в следующую субботу. Пока.